В рамках кампании по подготовке к республиканскому референдуму, назначенному на 6 октября, депутаты городского маслихата встретились с коллективом Жамбылского высшего политехнического колледжа. На встрече они подробно рассказали работникам колледжа о проекте строительства атомной электростанции, который активно обсуждается в стране. Было отмечено, что президент страны принимает решения на основе всестороннего анализа и консультации, а также выбора народа. В настоящее время дефицит электроэнергии в стране составляет 29% и продолжает расти из года в год. Поэтому 6 октября приглашают всех принять участие в выборах. На мой взгляд, никакой опасности в строительстве нет. Мы, как народ, должны сделать свой выбор на референдуме 6 октября, ведь президент дал нам такую возможность.